и доблесть в сердцах, обида и горечь в глазах. Это Донбасс, стойкий Донбасс. Что ж их внуки, не справляя тризны, топчут память их, сойдя с ума? Нет бы дать потомкам вражьи своры, вспомнив деда праведный урок, грозный окрик, сблимый отпором, вовремя, в начале, в нужный срок. Чтоб чумы коричневое дыхание ядом лжи в сознание не вошло, чтоб к устоям вечного мироздания всех основ крушений не пришло. От кого бежите вы спасаться в стане тех, где свастика в чести? Деньги пахнут, в этом убеждаться вам придется, чтобы обрести сведомитов милость ненадолго. Вы нужны им правду, чтоб поправить, чтоб потом надежд ваших осколки вам в лицо с презрением швырять. Вы нужны им, чтобы террористам объявить защитника земли, чтобы разделить друзей и близких, чтобы на помощь к вам уж не пришли те, кто верен долгу, чести, правде, в ком патриотизм не угасал, чей отец когда-то на параде знамя с свастикой под ноги повергал. Гривны сведомитов пахнут кровью. Перестаньте, унижаясь, брать их подачки, смешанные с болью, до конца готовых здесь стоять.